вышла красное солнечко. Чувствую, да, гордость и все-таки ответственность, что я должна представлять свою страну с песней все-таки на белорусском, так как я представляю Беларусь. Про девушку, которая ищет сокола. И эта песня написана по мотивам сказки про перышко Финиста Ясно Сокола, где тоже девушка ищет сокола, который потом превращается в парня. Это белорусский инструмент, он называется гуды, и мы решили его использовать, так как песня у меня фольклорная. Если другим участникам Евровидения, то я желаю им удачи тоже, чтобы они продолжали творить, продолжали петь, и чтобы все было хорошо.